Спросила у моего сегодняшнего героя, бывало ли вам страшно? Он ответил «да». Когда я собственной ладонью закрывал на карте горящие участки леса, и масштабы бедствия было сложно переоценить. И добавил, но во все времена главным спасением был оптимизм. Даже когда мы понимаем, что не справимся сами, верим, природа нам поможет. Как помогает природа в тушении бескрайних российских лесов и о том, как в Югре сбываются мечты, сегодня нам расскажет Сергей Васильевич Белокой. Сергей Васильевич, вы родились в Краснодарском крае. Детство и юность ваши прошли на Северном Урале, в городе Карпинске. С чем это было связано? В свое время, в 1955 году, Краснодарский край, мягко говоря, не был житницей, так как сейчас, а вот Урал гремел, Урал послевоенный, это мощные заводы, это хорошая зарплата, это хорошие условия жизни. И поэтому, естественно, молодые семьи потянулись за заработком на чуждые уральские просторы. И вот одним из городов, куда мы приехали, был Карпинск, были люди, которые уехали раньше, которые хорошо устроились, хвалили Урал, чистые воды, чистый воздух, хорошая зарплата. И родители привезли меня в город Карпинск, где, в принципе, были хорошие заводы. Эльмаш, рудоремонтный завод, машиностроительный завод. Было, ну как вот, Уралмаш и так далее. Это филиалы этих крупных заводов. Отец устроился зубофрезеровщиком, неплохо зарабатывал. Нам сразу дали квартиру, я пошел в садик, что было бы невозможно, видимо, в Краснодарском крае. Так и как-то потянулось одно за другим. И мы там долго-долго-долго жили до ухода в армию. Это была моя родина. Я, конечно, был в Краснодарском крае. Конечно, там остались корни. Конечно, все летние каникулы я проводил там, на молоке парном, на фруктах, овощах, бегал босиком. Это незабываемое впечатление. Летний Краснодарский край и зимний Урал. Я познал все. Сергей Белоконь. В 1973 году, после окончания подготовительных курсов при Уральском лесотехническом институте, был зачислен на первый курс лесохозяйственного факультета. После окончания института распределился в Забайкальскую авиабазу. В 1978 году направлен на курсы летчиков-наблюдателей в город Пушкино Московской области. В 1979 году, после окончания курсов, был направлен в Тюменскую авиабазу для работы летчиком-наблюдателем. С 1980 года живет и работает в городе Советском. С 1984 старшим летчиком-наблюдателем и начальником филиала. Налет на самолетах, вертолетах около 4000 часов. Почетный работник леса. В 1991-м тушил пожары в Греции. В 2001 году знакомился с тушением пожаров в США. Общий стаж работы в системе авиалесоохраны – 44 года. А вот с чем была связана вот такая жажда летать? Вы во что бы то ни стало мечтали стать летчиком? Ну, не скажу, что с самого детства, в общем-то, так, если вспоминать, это пришло спонтанно. Желание стать летчиком, оно как бы оно не афишировалось никогда, но после школы. Ну, школа, окончание, надо что-то выбирать. Оставаться в Карпинске не хотелось. Хотелось поехать куда-то, посмотреть жизнь других городов. И решил поступать в институт. Причем в Киевский, значит, авиационный. Там достаточно большой был конкурс. Ну и, видимо, знаний не хватило. Завалил математику. И сразу, так сказать, меня предложили быть авиатехником, что как бы для летчика в душе было неприемлемо. И я, значит, решил повторить попытку, видимо, на следующий год. Хотя попытка не удалась, потому что меня тут же сразу загребли в армию. То есть, если я в июне, грубо говоря, закончил школу, а в ноябре мне исполнилось 18 лет, и меня в этот же день
в этот же день рождения. Были проводены и день рождения в один день. И я ушел в армию. Ну, а в армии, так сказать, все виделось по-другому. Видимо, уже, значит, авиационный Киевский институт, он как-то ушел в прошлое и начал осматриваться, что, как, где. Были хорошие друзья, люди, тоже ребята с Урала, которых тянуло в лес. В том числе, то есть мы даже думали, а не связать ли свою жизнь все-таки с лесом, лесотехнический институт. Мы, кстати, трое из взвода, где мы служили вместе, приехали и поступили в лестех одновременно. Мой коллега сейчас работает в Пойковском, с которым я служил вместе, учились мы в разных местах. Но все-таки мысль стать летчиком осталась. И когда я рассматривал справочник для поступающих в вузы, я заметил там такую фразу, что после окончания лесотехнического института или техникума, после получения лесотехнического образования, можно стать летчиком-наблюдателем. Для этого необходимо закончить еще одни курсы там, в городе Пушкино и так далее. Но это не уточнялось уже в этом справочнике. Все, это было принято решение сразу. Я уже дальше не думал. Друзья зовут в лес. Значит, получаем образование, там дальше каждый идет своей дорогой. В принципе, значит, вот двое из нас, значит, пошли в летнабы, или как называется в последующем профессия моя, а один остался в лесном хозяйстве, работает в Пойковском. Летчик – это, так скажем, плюс. Летчик – это плюс. Основное – это, конечно, специальность лесная, это лесовод. Но для того, чтобы охранять леса и находиться в воздушном судне, необходимо соответствующее образование, удостоверение и так далее. То есть я член экипажа был, не второй пилот, не первый пилот, не стюардесса, а летчик-наблюдатель. Очень хорошая профессия. Представляете, сидишь в самолете, в кабине пилота, смотришь в окно и за это получаешь заработную плату. А смотришь для того, чтобы обнаружить лесонарушение, повреждение леса, значит, вредителями или лесной пожар, что чаще гораздо бывало. Сомнительное удовольствие, прямо скажем. Но это бывает нечасто, далеко не часто, потому что большую часть времени мы просто наблюдаем красоты, наши красоты с воздуха. Это Урал, приполярный, северный Урал, это реки наши, это наши чудесные болота. Я всегда удивляюсь, читал где-то в одном журнале, корреспондент столичный говорил, вот я лечу над самолетами, над чудесными болотами, как они прекрасны. Я про себя думаю, ну, спустить бы тебя с этого самолета и прогулять по этим болотам, я бы думаю, что песня была бы совсем другая. Но все равно смотреть с воздуха на наши замечательные просторы России, в том числе, это и за это получать еще заработную плату, это замечательно. Вообще это сложная работа вообще. Работа сложная. Не моя летчика-наблюдатель, у меня простая работа. Нашел, высадил людей и все. Но нашел и высадил, это маленькая толика тех дел, которыми мы занимаемся. Те же парашютисты, те же десантники, те же работники пожарно-химических станций, которые сейчас вот у нас тоже есть. Они же тоже у вас почему? Они тоже, значит, в моей системе, в нашей системе работают. Вот у нас вот на советском филиале 5 пожарно-химических станций по всем крупным поселениям вот у нас здесь, в советском районе. Ну и вот люди высаживаются к месту пожара, вот здесь романтика. Вот все то, что видно со стороны. О, парашютисты, как это красиво, смотрите, купола какие разноцветные, они там куда-то прыгают и так далее. То есть купол парашюта и, значит, ну, спусковое устройство с вертолета – это средство заставки к месту работы. Вот здесь романтика, вот ее все видят в основном, и молодые пацаны, которые приходят после армии, особенно после ВДВ, они хотят все стать парашютистами. Парашютистами, забывая, что там через тире пожарный парашютист. То есть он высадился к месту работы, и вот здесь начинаются трудности. Вытаскивают все это оборудование из болота, как правило, потому что болото – это самое приемлемое место для прыжков, для приземления. Там мягко, там просторно и так далее, потому что в лес прыгать – это достаточно сложно и опасно. И вот они вытаскивают эти вещи, они их куда-то складируют, оборудовывают этот будущий табор, потом берут средства пожаротушения, как правило, не всегда легкие и так далее, и идут к месту пожара, там тушат в жару, в дым, мошка, комар, значит, не всегда сразу удается потушить. Приходят опять на табор, готовят для себя пищу, потом отдыхают какое-то время, опять идут. Это очень сложно. Вот это вот тяжелый, каторжный, не боюсь сказать, труд, он, как правило, его никто не видит. Потому что в лесу зевак нет, значит, мы проявляем, наши ребята, чудеса героизма незамеченными никем.
В принципе, когда вот здесь, вот около Югорска, недалеко был достаточно сильный лесной пожар, соцсеть завалили фотографиями. Вот, смотрите, ядерный взрыв, испытания и так далее. Столб огромный, столб дыма, но он потом исчез. И никто не спросил, почему он исчез, кто и потушил. Он не сам погас. Это вот наши ребята лопатами, ранцевыми опрыскателями или с пожарных машин, там, если была возможность, они его потушили. Они прекратили горение, и, так сказать, те соседние массивы лесные остались целыми. Но вот интерес к дыму был, а к тому, кто этот дым погасил, как-то он, значит, рассосался сам по себе. То есть я так понимаю, что лето для вас не существует, да, отдыха, да, как понятие многих, отдыха? Ну, бывают, конечно, пожары легкие. Не будем скрывать, бывают такие, что приземлились, так сказать, те же парашютисты на берег речки или озера, быстренько потушили пожар, и пошли дожидаясь купаться. Вертолета, когда он прилетит на следующий день или в этот день, можно отдохнуть, позволить себе, да. Но, опять же, в этом есть своя прелесть. Наши ребята бывали в таких местах, где нога человека не вступала. И это ладно, у нас Ханты-Мансийский округ, ну, достаточно, значит, хорошо освоен. Значит, вертолеты есть, самолеты есть, техника вездеходная есть. А ведь та Восточная Сибирь, Центральная Сибирь, Якутия, действительно, мы там бывали в командировках, там много интересного. И приходят, привозят, возвращаясь с командировок, ну, кучу впечатлений. И вот такие вот яркие моменты, такие вот интересные командировки, они в том числе держат на работе этих молодых ребят. У вас какое к ним отношение? И с ними какие отношения у вас? Знаете, там, где тяжелая, опасная работа, опасная, не буду скрывать, это не в кавычках, действительно опасная, то доверительная, конечно. Тут такой вот «давай», там «надо», это редко проходит. Надо, нужно, чтобы понимание у человека было, что мы выполняем нужную работу. Кроме нас некому. Вот поймите, раньше, в далекие времена Советского Союза, у нас было море помощников. Вот на территории Советского района в каждом поселке было по 3, 2, там, 4 леспромхоза. Это те организации, которые имели людей, там, более там, 500 человек, 300 человек. И мы всегда могли рассчитывать на то, что при возникновении экстремальной ситуации мы всегда можем обратиться в леспромхозы. Леспромхозы всегда нам выделят людей своих, рабочих, там, бригад, заготовителей и так далее. И мы можем какие-то вот пожары, значит, ну, по крайней мере, привлечь их на тушение. Единственное, кто может нам помочь в пределах населенного пункта, это подразделение МЧС. У них там есть свои задачи, нормативы, что если пожар возникает ближе 10 километров от населенного пункта, они своих людей выделяют. И так оно и есть. А куда-то дальше самолетом, вертолетом завести, кроме наших работников, некого. Даже особо охраняемая природная территория, заповедник Малая Сосева, он тоже, слова вот особо охраняемая можно убрать, потому что лесников у них немного, в принципе, те, кто могли бы поехать вместе с нами на пожар. Привлечь они никого не могут, они бюджетники, у них финансирования на это нет, поэтому, значит, и тоже так же им сложно, как и нам. Единственное, кто может нам помочь, это те наши, значит, коллеги, которые в Нижневартовске, Сургуте, Урае и так далее, наши филиалы. У нас их 13 филиалов таких. Вот мы осуществляем маневрированиями нашими людьми по территории округа. Раньше, значит, к нам прилетали из Красноярска, и со всех, так сказать, субъектов, как сейчас говорят, Советского Союза. У нас в свое время, допустим, вот вспомнить 88 год, у нас было 333 пожара в сезон, 88 год. Выгорело 36 тысяч гектар, это самая ужасная цифра. Но у нас было людей, ну, человек, наверное, 400 со всех уголков Советского Союза у нас здесь работали. И мы каждый год, как правило, выезжали куда-то в Красноярский край, или в Читу, или Забайкалье, и там оказывали помощь. Да, вот это вот то, что хотелось бы сейчас назад вернуть, потому что когда читаешь или смотришь, значит, что там где-то что-то горит, и мы не можем им помочь, вот у нас дождь, у нас нет работы, мы бы туда-сюда удовольствием поехали, но нас не зовут, потому что финансы и взаимоотношения между субъектами так усложнились, что не каждый субъект, ответственность которого как раз и связана с тушением пожара на своей территории, имеет деньги свободные для того, чтобы пригласить наших специалистов, а потом им достаточно большую сумму компенсировать и так далее.
Значительную часть нашей предварительной беседы с Сергеем Васильевичем мы говорили о его команде. На мой взгляд, это очень показательно, когда руководитель искренне радеет за благосостояние и благополучие своих подопечных, за условия, в которых ребятам-десантникам приходится работать, за их безопасность. Радеет именно по-человечески. Во-первых, многие из его отряда младше его сыновей, а во-вторых, конечно, он часто видит в них себя, мальчишку, мечтающего во что бы то ни стало покорить небо. Если все-таки вернуться в Югру, это сама по себе бескрайняя территория лесов, тайги и вот этого вот массива. Это сложная территория. И достаточно ли вот того оснащения и тех человеческих ресурсов, которые есть у вас? Ну, надо сразу сказать, что Ханты-Мансийская авиабаза одна из крупнейших в России и самая оснащенная. Значит, в предыдущие годы она была признана лучшей авиабазой России. Это, конечно, спасибо и губернатору за то, что финансирование у нас никогда не снимали в том количестве, которое делалось в других субъектах. У нас самая большая численность парашютистов пожарных. И вообще численность у нас 1005 человек. Вот на совсем недавнее время 1005. Такого нигде нет больше в России. Ну, это и связано с тем, что, ну, будем считать, что Ханты-Мансийский округ самодостаточный в финансовой, значит, понимании структура. Деньги нам дают деньги на патрулирование лесов, но надо сказать, что пожары сейчас тушат деньгами. Очень все дорого. Если раньше летный час самолета стоил 120 рублей, то сейчас 90 тысяч. Если раньше вертолет стоил 350 рублей за час аренды, то сейчас он стоит 150 тысяч. И когда вот у нас два самолета летает и еще вертолет, к концу дня мы 1,5 миллиона денег, так сказать, потратили. Причиной пожаров по-прежнему многие называют человеческий фактор. Вот вы как считаете, основная причина – это люди? Ну, знаете, вот мы, когда выполняем работы по патрулированию лесов или обнаруживают пожары, там, допустим, местное население, бывает такое через службу ЕДДС, передают информацию, мы выезжаем. Перед нашими работниками стоит задача максимально быстро потушить лесной пожар на минимальной площади, чтобы не было ущерба для леса и так далее. Поэтому задача обнаружить лесную причину этого пожара, у нас как бы нет ее в должностных инструкциях и так далее. Этим занимается служба дознания или Роспожарного надзора. Там есть специалисты, которые выезжают к местам пожаров, проводят обследование и так далее, возбуждают уголовные дела, если есть большой ущерб и, ну, хотя бы признаки того, что, допустим, стал местный житель виновником этого пожара. Но вообще мы даем предполагаемую причину. С самолета Ан-2 с высоты 300-400 метров трудно определить, что там стало причиной пожара. Раньше у нас... Но вы только территориально, наверное, можете как-то сориентироваться. Ну, да, если что... это рядом дорога, значит, наверное, кто-то приехал, наверное, там костер развели, наверное, окурок бросил или спичку, значит, невнимательно и так далее. Но есть такое понятие, как природная опасность, это грозы. Вот они больше всего на чрезвычайность ситуации влияют, потому что грозы бьют, как правило, не рядом с дорогами, в достаточно удаленных местах, и достаточно много вот ударов молнии. Вот совсем недавно, вспоминаю, была очень засушливая пора по всему округу. Стояла температура там под 36 градусов, фиксировали градусники. И вот лесные горючие материалы были очень сухие, и любой удар молнии в лесное насаждение — это, как правило, пожар. И, значит, вот вспоминая, не буду какое число, значит, мы обнаружили порядка 10 лесных пожаров за день. И в силу именно вот природного... Потому что прошла гроза, и наверняка еще не все, так сказать, эти, значит, воспламенились все удары, но 10 пожаров в день, а были годы, когда их там по 16 штук в день, мы просто физически не успевали их обслуживать и тушить вовремя и так далее. То есть вот как бы человеческий фактор, да, присутствует. И меня всегда удивляют, когда говорят, может быть, в Центральной России 90% лесных пожаров — это человеческий фактор. У нас здесь не так много людей в лесу. И люди стали повнимательнее относиться все-таки к тому, что они там делают. Что для вас самое приятное в вашей работе?
Самое приятное, это, знаете, бывают такие ощущения, едешь с работы летом, где-нибудь в 10 часу, а то и в 11 вечера, имею в виду, народ гуляет, все радостные, ярко светит солнце, тепло, не пахнет дымом, а я про себя думаю, а я ведь мы. Наша служба потушила в этот день там 3-4 пожара. И вот эти все люди, отдыхая, значит, дыша свежим воздухом, не знают, что мы спасли им воздух от задымления и так далее. И вот думаешь, а ведь не зря мы сегодня день отработали, не зря, значит, наши мужики там в лесу, ну, так скажем, страдали. Все-таки есть в этом зерно, и, значит, мы этим довольны. Вы сами сейчас скучаете по полетам? Сейчас столько у нас работы, я как-то говорил, что у нас 27 наименований лесохозяйственных работ. Вот и сегодня мы там весь день с утра мотались по, значит, лесу, смотрели, как выполнить те или иные работы. Сейчас некогда скучать по полетам. Если бы мы только тушением лесных пожаров занимались и не выполняли вот этих 27 наименований работ, то, наверное, да, я бы нашел возможность по блату. Где-то там самолет полетать. Сесть, полетать. Конечно, это хорошо. Многие мои коллеги, значит, отдыхают в полете от телефонов, от общения, от бумаг и так далее. Сел в самолет и получаешь удовольствие. Что для вас югра? Знаете, я в 76-м году, будучи студентом третьего курса, приехал в Советский из Карпинска, с берега реки Турья. Значит, прекрасная речка, на тот момент чистая и замечательная. И я приезжаю в Советский на практику, вот на туда, вот, где я сейчас работаю. Значит, и с удивлением узнаю, что ближайшая речка за 20 километров, что купаться здесь негде. Мне так это не понравилось, мне, выросшему на реке, и думаю, чтоб я сюда поехал работать, да лучше в Сургут, лучше там река. Я, кстати, там и работал сезон. Но там очень сложно было в тот период с квартирами, а в Советском освободился целый дом, и, значит, 4 квартиры. Я, конечно, забыл, что здесь нет реки, я сюда приехал, привез семью, и с той поры мне здесь все нравится. И, кажется, и искупаться есть куда поехать, и грибы пособирать. Да лучше Советского района трудно найти. Я, более того, вы вот в Ханты-Мансийске живете, а мои друзья из Хантов едут сюда за грибами. Потому что там у вас туго с этим, а у нас хорошо и с ягодами. Это лучшее место, по секрету скажу, это еврейский север Ханты-Мансийского округа. И железная дорога рядом, аэропорт рядом, все, сейчас хорошая дорога. Всем бы здесь жить. Самым важным и приятным моментом своей работы Сергей Белоконь считает чистый воздух. И действительно, если задуматься, когда мы вдыхаем дым, то сразу замечаем это и бьем тревогу. Когда же в повседневной жизни просто дышим чистым югорским воздухом, то даже не придаем этому значения. А в этом заслуга тех самых ребят, которыми руководит наш герой. И чем лучше они работают, тем сохраннее наши леса и чище воздух, которым мы дышим.